Маленькие мурманчане призывают заниматься спортом. В столице Заполярья проводится фестиваль «Белый медвежонок», направленный на пропаганду здорового образа жизни среди самых юных жителей города. Наша съемочная группа побывала в детском саду номер 46 в Росляково, где состоялся один из этапов конкурса. Традиционный городской фестиваль физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Белый медвежонок» проводится в Мурманске уже в 24-й раз. Детсадовцы с удовольствием демонстрируют свои спортивные и творческие способности. Сегодня ребята, воспитанники детского сада номер 46, рисуют, как они занимаются спортом. Организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия, творческие мероприятия. Ребята участвуют предусматриваются различные номинации. В физкультуре, скажем, да, будешь ты здоров всегда. Это конкурс плакатов, где участвуют наши ребята. На конкурс принимают работы, выполненные в разных техниках. Также в рамках проекта воспитатели представляют свои инновационные образовательные проекты, связанные с физической культурой и пропагандой здорового образа жизни. Дети выражают в своем рисунке свое отношение к спорту, показывают, как люди занимаются спортом. Кто на спортивной площадке летом, кто на катке, а кто с семьей на лыжах. Воспитанница детского сада Катя Дратко нарисовала детей на катке. На картинке она стоит за бортиком, смотрит, как другие учатся кататься. Тем более опыт в нелегкой тренерской работе у малышки уже есть. Я с родителями однажды с Пашей ходила, учила его кататься. Ты так хорошо катаешься? Угу. А почему люди должны заниматься спортом? Чтобы быть сильным и здоровым. Воспитатель говорит, чаще всего дети рисуют людей на лыжах или на коньках. Неудивительно, ведь зима на севере долгая. А вот маленькая Ксюша изобразила, как они с подругами занимаются художественной гимнастикой. Делаем шпагаты, складочку, лягушку. А это интересно? Да. Дети не только говорят о спорте, но и занимаются им. В дошкольном учреждении регулярно проводятся занятия по северной ходьбе. Воспитанники – активные участники городских спортивных мероприятий. Например, 10 марта дошкольники выступили на соревнованиях, которые проводились в долине Уюта.